И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Conan Exiles. И сегодня мы пойдем прокачивать всех лучников. Ну, не только лучников, то есть в целом попробуем прокачаться. То есть одеть, прикачаться и так далее. Так, вот он. Бальтер из Бассонии. Он вылез. Так сказать, научился уму-разуму и вылез. Сюда поставил второе колесо боли, потому что это колесо боли все-таки покрасивее, чем вот это. Это я потом уберу. Наверное, но пока пускай это будет, разница-то какая. Господи, сколько у меня их там стоит. Установил второй ящик, потому что нифига ничего не влазит у меня в целом. Так... Конечно, нужно еще ресурсы добывать, нужно достраивать хотя бы внешнюю стену, но будет видно уже, что, когда, где. В целом, что у нас по прокачке? По прокачке можно сгонять вот сюда. Руин гибельного шепота. Так, узкий путь. Куда можно сгонять? Вот здесь какое-то, я знаю, ну там жесткое, это я точно помню, там жестко, там какие-то пустынные эти бегают. Кстати, вот здесь, вроде вот здесь-то крокодил раньше тусил. Да, наверное, куда-нибудь вот сюда, в пустыню, и здесь уже потусить. Можно вот в пещеру попробовать зайти. Ладно, возьмем какого-нибудь сначала жесткого лучника в плане количества хп. Для чего? Ну да. На, все лучники вот это. Для чего? Чтобы, ну уж на всякий случай. Надо будет приодеть обязательно. И экипировать. Так, древний лук 55. А здесь у нас... Ой, 55, 15. Ну, все отлично. С луком проблем нету. Даже у меня лук хуже. Пока сделаем вот так. И вот так. Здесь у меня еще были стрелы. А, точно, надо еще шмотки же починить. Забыл про это дело. Так, ну и все. Экипировались. 1938. 3084 хп. В общем... По хпшке проблем точно не будет. Посмотрим, сколько урона он наносит. То есть, будет помощник или не будет, скажем так. Проэкспериментируем на вот этих чуваках. Они тут дрыщевенькие. 45 хп все-таки. Так, пауэр второго левела. Надсмотрщик. Так, мимо. Да нет, это не мимо. Это такой у тебя урон. А почему у тебя такой урон? Во, а здесь урон нормальный получился. Чё-то какая-то... Явно непонятная фигня. Ладненько. Лутаемся все. Кстати, а сколько ты экспы? Ну, 450, это понятное дело. Ладно, бежим, короче, что в пустыню. Здесь, потому что явно ловить нечего. А в плане экспы. И посмотрим, что получится там. В целом, как я уже, вы знаете, понимаете и видели... Даже если я убиваю, они получают экспу. Так что вообще пофигу, кто убивает. То есть они даже могут там пальцем не шевелить. Вообще пофигу. Самое главное, чтобы они были в пате. Сейчас должна стелепортироваться. Бей. Вот она. В общем, туда. Сейчас проверим, без приказов, будет атаковать или не будет. Вот, допустим, лучник. Сейчас меня будет лучник атаковать. Да, сразу же без приказа начинает атаковать. Все
Проблем с этим нету. Урона, конечно, вносит вообще ни о чем. Вот это понимаю, пошла жара. Кинжальчики пошли в бой. Ну, короче, ты лучше, ты с кинжалами явно лучше работаешь, чем с это. Ну, давай, 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 добивай, добивай. Не отвлекайся. Давай, кинжалами, ебарасоте. Вот пытается все с лука стрельнуть, а? Ну вот, хотя бы так добей, это уже будет хорошо. Красава. О, первый лаву. Отлично. И, кстати, не пикисло так вроде бы прокачалось. Давай засекем, сколько здесь было хп. Ну да. Все еще не могу посмотреть. Сраный непонятный рацион, зато никаких характеристик. Лучше бы вот здесь окно без характеристиками было бы. Кусок говна. Может, у меня мод что-то меняет и это не работает, черт его знает. Ладно, 3142. Так. Давай сейчас посмотрим. Воу-воу-воу, разошелся-то как, а? Вот могу. Так, повысил уровень. 3000. Ну, то есть 100... 115. 100. Ну, короче, 110 хп, короче. И все. И, кстати, пишут, сколько урона вносит. Это прикольно. Вот, фолловер. Типа 81 урон. А, это 81 урон, наверное, получает. Так, какая сволочь стреляет? Отличненько. А, не, о, все-таки сволочь какая-то стреляет. Во, с натяжечки. Вот это я понимаю. Давай с натяжечки. У тебя хп больше, чем у меня. Камон, давай с натяжки. Ты можешь танчить спокойно. Меня тоже это начинает бесить. Долго с ними цацкаться. Так, ну-ка, что здесь у нас за материал выпал? Давай смотреть. Хоп. 10 тысяч костей. Я не знаю, зачем мне кости. Тем более в таком количестве. Второй левел. Неплохо. Давай посмотрим. Нет, это, конечно, норм тема, но давай посмотрим на этих. На боссе попробуем. ХП дофига. Я думаю, можем попробовать... босса сдюшить. Только единственное, давай сделаем вот так. Чтобы я видел твое хп всегда. На всякий случай. И сгоняем сейчас на босса. Ну, в смысле, на крокодила нашего любимого. Заодно подлутаем какую-нибудь оружку. А вдруг что-то хорошее выпадет. Вот, и это. Заодно опробуем нашу боевую подругу. Хилки-то я взял. Хилки я не выложил. Уже красава. Так, нет. Давай вот так. И скорняка все-таки оставляем здесь. Вот топор кирка есть. Почему нету скорняка мясника? А, вот это вот. Не, ну ладно, топор кирка это логично. Ну, скорняка мясника тоже можно было бы сделать. Ну, что вот это вот? Так, лучше отхиляться по максимуму. Без шуток, я сейчас отнял это... лук, а, точнее стрелы, и прям нормально так разбирает, прям вообще без заморочек, без вот этой натяжки, вот это вот все. Да, я понимаю, мне лучники нужны для оборонительных, то есть чтобы они стояли на стенах, но камон, лучник сделан очень убого. Не-не-не, вот этого давай мочи. Да. Я у тебя вроде бы стрелы уже забрал. Или ты... Так, иди в жопу отсюда. Так, подожди, подожди, подожди. Вот, нифига ж не вижу. А, тебе в целом стрелы не нужны. Так, погоди.
Форс-мажор. Тебе в целом стрелы не нужны. Кто же знал-то? То есть ее можно экипировать не убогие стрелы, а вот эти стрелы. И уже будет получше. Вот это прикол. Что-то об этом я не задумывался никогда. Ладно, погнали дальше. Так. Ну вы поняли, да? Вообще разницы никакой нету. Так, давай посмотрим прочность. Вот, 132,3 прочность. Так. Так, вижу крокодилов. Атакуй. Просто разбирает на раз-два. Вот, и давай второго. Отлично, красава. И давай смотреть. 132,3 прочность. То есть вообще прочность не тратится. Стрелы не тратятся. То есть прям вообще красота. Кто б знал. У тебя, наверное, еще и шмотки не... И шмотки не ломаются. Кайф. Я реально не знал. Я сейчас вот это все познаю от и до с нуля. Да, можно почитать вики и так далее. Ну, типа, гамон. Во-первых, оно английское. Мой English is very bad. Вот. Ну, как бы шутка, но вы поняли, о чем я говорю. Голова железного стража. Давай здесь все. Вот. Но суть как бы понятна, да? То есть, про что я говорю. То есть, мой английский говенный. Читать могу, плюс-минус, но меня это начинает бесить быстро, то, как я читаю. Вот. Так. Хоп. Давай, давай, давай. Да тебе просто через реку, что ли, проступиться не можешь. Давай. Я отвлекаю, ты мочишь. Красава, просто. Пи-пи-пи-пи-пи. А, подожди, вот это надо разобрать. Здесь и хор дропается. Да уж. Я отвлекаю, ты убиваешь. А мне так нравится. Слушай, это получается, я сейчас буду долбить с дубины, а она будет мочить с этого. С кинжалов. О, подожди, какие нафиг кинжалы? Отдай. О! Вот это кинжалы, я понимаю. А то шляпа какая-то. Ну, кстати, давай эту шляпу себе надену в инвентарь, чтобы это... Да? Офигенно. Так, а где у нас крокодил? Крокодил? Ой, далеко. Ну, слушай, да, с этими кинжалами... О, чё? Выкалывал он что-то мне и высветил. Этого. С этим кинжалами атака уже по 130. Ну, я понимаю, урончик. Ну, кинжалы вообще норм тема. И, кстати, да, не обязательно нажать на F1. У меня F1 это приказы, типа атака, перемещение F2, там вот это вот отмена. Достаточно навестись и нажать на E. То есть так вот наводишься, нажимаешь на E. И автоматом получает приказ на атаку. Очень удобно. Вы видали, сколько урона? Вообще просто, просто мощь. Скоро, кстати, прокачается еще сильнее. Угу. Сейчас надо бы, наверное, прокачать ее до того, как придем к крокодилу. Вот, кстати, потенциальная жертва. Жертва. Вообще кайф. Да ты серьезно? Ладно, еще поищем потанцевальную же. О! Вот на потанцевальная. Вот и потанцуем. Пам-пам-пам. Блин, просто. Не, напарники, конечно, здесь кайфовые. Я ну, блин, ну, камон, я играл мало. О, кстати, а хп не увеличилось. 3371. Может, там рандомные статы накидываются? Надо посмотреть мод, чтобы у них отображалось вот это вот хп. Надеюсь, я не сломаю выживание себе. Будет смешно. Просто установил мод, чтобы отображалась эта информация о рабах и сломал игру. Не удивлюсь. Вот честно, не удивлюсь. Здесь...
Здесь просто нельзя начать две разных выживалки, к примеру. Это уже прям все, абздац. Ну, кстати, теперь 9 хп остается. Может, реально у них разное количество статов раскидывается. Ладно, в любом случае. Иди сюда. Отходи! Давай, отходи. Да чтоб тебя, собака-то нехорошая. Да стой ты! Сейчас добьет. Красава. И сразу же левел. Ну, экспы-то дофига получили, как бы не поспоришь. Но... А, вот количество хп увеличилось. Так, значит, нужно будет делать доспехи. Обязательно самые топовые... Понятное дело, воинам все-таки в первую очередь, потому что воины дофига урона вносят. И так, ключик-то второй залутался. Залутался отлично, значит, есть запаска всегда. Боевое копье черного... Черного круга? Ой, не то. Черного круга. Легендарные, длинные. Интересно. Какая-то вилка больше напоминает. Так, где у меня тут еще боссы тусили? Кто помнит? Вот и я не помню. Где-то... Хотел сказать около воды, но я сам нахожусь около воды. А не помню. Да, помню, что здесь... А крокодил-то где еще один был? Кто бы его знает? Ой. О! О! А вот зажать Е. Во. Только я говорил туда переместиться. Вернуться. Отлично. Вот, зажать Е, это появляется вот это колесо. А, удобно. Ну-ка, а теперь сколько ты получаешь будешь урона? Ну, все так же пока что. Ну, давай посмотрим, что у нас тут за пещера. Пещера у нас с пауками. Я экипировал лук, но, походу, дело зря. Потому что здесь нам явно нужно будет другое. Кстати, здесь же... И хор должен быть. Нет? Ты же ядовитая тварь. Просто хитин? Хм. Надо, кстати, посмотреть, для чего хитин нужен. Не помню. Ой, добрый вечер. Так, это я лутаю паутинку. Ну, кстати, нормас. Шелк, все дела. А вот с тебя-то и хор появится. Тоже только хитин. Ну ты серьезно. Вот жопа ж. Не цы. Эти пауки. Да, вот единственное, что вот с этой Е нужно поаккуратнее быть. То есть я подхожу лутать, а в итоге команду ей переместиться. Ну, как бы такое себе, да? Кстати, здесь вполне светло.
Ну, лучше... О, красный паук. А ты? Да пошли вы в жопу. Все только хитин дропают. Жлобы. Так, что у меня? 120 паутины. Ну, пока что... Так, а где? Подруга, ты где? А, вот ты где. Забагалась чутка. По ходу дела. Да иди ты в баню, уже задолбала. Ваншотная фигня. А, не, это в игре так угол. Я уж думал, мало ли что. У меня где-то. Не, нифига, в игре. Какая сволочь стреляла? Ну, это простые веточки, не более. О, господи! А ну, шевелится, я чё-то не хочу туда идти. Чё-то я очко... Не, в одного я бы еще бы сходил. Но я не хочу терять напарника. Так что, не, пожалуй, не. Так, раз уж на то пошло, решил зайти немного в мертвый город. И опробовать вот этот меч, у которого фантомная мазь. Что здесь урон 60. Фантомная мазь, у меня же там дропалась, она типа урон по неживым, что ли. Увеличивает. Нифига он там разматывает просто. Не, с ней я, по ходу дела, ничего не потащу. Она прям разматывает, дай боже. Да, среди этих куча скелетов попробую-ка найти нужного. О, нашел. О. Чтение. Погнали. Слушать этот текст. Вообще пофигу как-то на него. Так. Здесь у нас идут уже скелетосики. Так. Я пытаюсь немножечко разобраться в том, сколько я нашел. Вот так, допустим... Ну, он какой-то статус на них накладывает этот меч. Вот какой, это уже хороший вопрос. Но качается она все равно кайфово. И по ней урона практически нет. Ты посмотри, они просто урона практически ей не наносят. Ну, то есть то, что они тут пытались ей нанести, она регенит. Прям как нефиг нафиг. Да уж... У меня очень жесткие вопросы к таким жестким чувакам. Так. Чё, погнали? Угу.
Охотник за реликвиями. Лучник. У нее в целом там идут... О, золотишко. Кинжальчики. Кинжаль... О! Пошла раскидывать. Не-не-не-не-не. Я с того не сражаюсь. Ну, в целом-то, конечно, да. Ну, вот они накидывают. То есть они... То, что... Вот давай, ты отвлекешься на меня? Ага. И вот посмотрим, что с тобой станет. Вот так, да, бывает, когда в двухе на одного нападают. А тут, тем более, было в трехе. Ну вот, как-то так. Неплохо. С тебя есть что-нибудь? Ну, я надеялся вообще-то на ключик. Ну ладно. Сердце героя? Сердце павшего героя. Вау. Нафига оно мне? Очищение от скверны? О, кстати, видели этот... значочек здесь? Он был как это... Как тот, который я накидываю на... Этих... На скелетов. Вот этим мечом. Это очищение от скверны. Вот мне вот интересно. Вот лучник. Притомить их получится или нет? Ну блин, отсюда вы... А, ну хотя вот сюда подняться наверх, типа, можно вытащить. Вроде бы как. В общем, непонятно. Ну, а с другой стороны, зачем мне лучники? У меня и так уже лучников полно. Я думаю, мне этого достаточно. А вот воинов можно было бы. Вот, видите, значок накидывал. На себе это очищение от сквер... Это тоже очищение от скверны, только на нежить она действует как этот, как кровотечение для людей. Ну, для живых, в смысле. Вот оно чё, прикольно. Прикольно, всё, я понял, что это такое. Да, я бы сильно сюда не хотел бы спускаться далеко. Потому что отсюда потом и выбираться тоже далеко. Так, а что у тебя тут по XP? Ты 9 левел. По XP нужно тебе все больше и больше. Ненасытная ты женщина. Ага, добрый вечер. Это что это такое тут? Вау! Пошла кромсать. Красава. А я опять стальную дубину выбил. Простая? Простая. Жаль. Где? Он просто помирает. О, кстати, у них лут иногда бывает. Золотая агарская жаровня. Сокровище. Если можно будет поставить, то будет клево. Так, 10 левел уже. Неплохо. Да, конечно, жалко, что нельзя их брать с собой несколько и все в таком духе. Это понятное дело. Да, можно было вкачать ачивку, обилку, но тогда бы у нее не было бы увеличенное количество здоровья и так далее. Ну, то есть, как вы сами понимаете, что они были бы хуже. Поэтому я выбрал вот это. Вообще, я надеялся, что я, типа, это... Вот этот мод на пати, это и есть. Типа, я могу их больше залутать. Ну, ты с собой позвал, и они все с тобой бегают. Но нет. Но, с другой стороны, вот хорошо. Это слишком было читерно. Ну, прикинь, там...
20 вот таких вот лучников, и они просто давай вот это расстреливать, бабахать. А, слишком читерно было бы. Ладно, погнали еще раз к крокодилу сгоняем. И поговорим с ним. Может, там у него в сундучке еще что-то будет. Во, кстати, пещера. Здесь пещера демонов. И здесь куча кристаллов. Вроде бы как. Здесь куча кристаллов. Кровь демонов. Вот. Ну-ка. Давай. Да нифига ж не видно. Да, вот они, кристаллы. Куча бесов. А, ну хрусталяк, как бы. Ну, вы поняли. Кристаллы, хрусталь. Суть дела не меняет. Здесь еще жирненький есть. Что-то с них вообще ничего не дропается. Это меня прям бесит. Где у меня? Да, там мочкани их всех. А где? Так, вот так и вот так. Так уже точно однозначно легче. Так, тоже мелкая дичь. А, ну что так, кровь демона не добывается нифига. Что так не добывается нифига? И... Да, я пока махаю, это уже там разбирает и того больше число. Ну, короче, одинаково, нифига не дропается эта долбанная кровь. Я помню, что я ее здесь лутал, эту кровь, она для чего-то была нужна. А, что я думал, что есть какой-то есть босс? Ну, типа жирный такой. Не, нифига здесь нету. Здесь просто куча кристаллов. Хотя, может, и на сервере это было что-нибудь сделано такое, типа на сервере. На сервере для сервера. Ну, бывает, бывает. Зато хрусталя пока что мне не нужно, но налутал много. Ну, как он нужен так, по идее. А факт, вот так вот и бежишь тупо, короче, и... Ну, сколько залутал, столько залутал. С моими рейтами можно себе позволить вот так вот налутаться. А так, да, я здесь, помнится... До последнего хрусталика вылутывал. А, вот и кровь демона. Надо было сразу киркой лутать. Так, а мне все-таки нужно в другое место. Зато я теперь знаю, кто будет с почти разрушенной булавой бегать. Вот пинок смачный. 316 урона. Просто с булавы 316 урона. Так как булава не сломается, то вы понимаете, что в этом есть огромный смысл. Рабам отдавать то оружие, которое мощное, легендарное, но почти разрушилось. Как бы мне его и так дофига, я его так раздаю, но все равно. Все равно штука, конечно, прикольная. Читерная, но прикольная. Сейчас просто по крокодилу нанесла с вот этой дубины 567 урона. Ну там, по ходу дела, либо в крит, либо еще что во что-то вошло, но сами понимаете, штука прикольная. О, не-не-не-не-не, я-то отхожу. Это у тебя хп дофига. А вот я дрыщовенький. Да, вот видели, 558 хп.
Да ты серьезно, что ли, а? Чуть как копеек не хватает. И вот это куда больше всего бесит. Когда там 15 экспы не хватает, и все в таком духе. О, еще какая-то пушка. Инерция. Спина не считай, легендарное оружие. Булава очень мощным размахом. А, ну это... Понятно, это тоже одноруч. Прокачайся! 94. Даже интересно, сколько максимально у них левел. Ладненько, уже вполне неплохо. В целом, да, конечно, их нужно всех вот так вот прокачивать. Прям возни тут, прям ужас. И вся проблема, что нельзя взять уже выставлено в инвентарь. То есть, допустим, хоп, и взять в инвентарь положить. Дистанция, тактика, вступление в бой, злить врага, эмоция. Так, ну это открыть снаряжение, понятное дело. Поведение, тактика, держать позиции, сражаться, атаковать вблизи. О! А, ну типа, это выбираем чисто тактику. Приоритет будет атаковать издалека все-таки, да? Ну-ка, давай посмотрим. Вот, и сразу же издалека начинает стрелять. Вариантов нету. Берет булаву. И все. Сейчас надо зайти в какое-нибудь поселение. Есть мобов много. И там посмотреть, что будет. Ну, хотя и так уже понятно. То есть вот сразу же начинает, берет лук в руки и сразу же атакует с лука. Когда уже подходит вниз, ну, собственно, как... В общем, тактика, как у рабов-лутников. Изгнанников-лучников. То есть сразу же, хоп, и вот начинает. То есть вблизи это понятное дело. Ну, в целом, все ясно. Но качать их очень долго. Да уж, лук, конечно, наносит здесь копейки. Но тут булава в руки и... Блин, булава, конечно, кайфовая. Вот огромная дубина. Это что-то с чем-то. Урона вносит просто адски много. И по всем, что самое главное. Побольше бы таких. Было бы клево. Так, ну вот, допустим. Заходим в деревню. Хм. И стоит на месте. И вот теперь только реагирует. Интересно. Но вроде бы все настроил правильно. Может, вот так надо включить все-таки. Дистанцию, да, короче сделаем. Да, это будет явно вечно. Ну, кстати, неплохой урон вносит дубиночка-то.
Так, где факел? А зачем факел? Так, что-то я не заметил, сколько у них хп. А, 120. Я нашотаю 120 хп. О, это был лекарь. Интересно. А лекарь это у нас кто? Алхимик, типа? Короче, все еще непонятно с этими настройками. Что, когда, где? А, вот он там. Прикольно. О, даже я получил левел. Вот. Как-то так. 2740 и 1938. Это если в... Ну, если в... она не под моими бафами, назовем так. Так. Что-то у меня за материалы. Опять всякая фигня. Карта колдуна, вот это вот и все. Причем карта опять та же самая. И случаем не та ли пещера, где мы уже сегодня тусили. Да, вот эта ткацкая лощина. Мы там и тусили, короче, сегодня. Сбежали, я бы даже так сказал, оттуда. Короче, пофигу. В общем, нужно, во-первых, прокачивать их. Во-вторых, раз пошло такое дело, то просто берется самая топовая стрела, вот, допустим, 17, 7, 3, 11. То есть, вот стрела из закаленной стали, это самая топовая. Интересно, взрывная стрела будет так работать или нет? Ну, взрывная стрела точно не нужна. А вот стрела каким-нибудь ядом, это уже прикольно. Вот, 18. То есть это 17. Это у нас... Это что это? А, понятно. Это у нас идет 18. В общем, делаются вот такие стрелы. Делается топовый лук. Вот примерно вот такой. И уже... Ну, конечно, грейдится. Раздается. В целом, что там, прочная тетива из шелка. На шелк мы сегодня немножечко добыли, так что троих я могу этим экипировать. Раз они не тратят стрелы, так что вообще с этим проблем нету. Проблем будет, конечно же, все-таки со шмотками. То есть, чтобы более жесткие, более усиленные шмотки. Вот в этом будет основная проблема. Но это все фигня. Это уже все будет за кадром. Чистка, еще время есть, так что успеем немножечко приодеться. Нужно что? Нужно попить. Вот. Ну а я на этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Ну и, конечно, делиться моим видео со своими друзьями. На это все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра, всем пока.